Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разбираем вальс Петра Ильича Чайковского из балета «Спящая красавица». Мы начинаем разбор вальса из балета «Спящая красавица» Чайковского и рассмотрим 4 такта. Первый такой кусочек возьмем правую руку. В правой руке у нас нота до. Сразу берем ее тем пальцем, который нужен. Третий палец, нотка до. Дальше рядышком вторым пальцем нотка си. Так. Дальше снова третьим пальцем до, через клавишу первым пальцем нотка ля и рядышком си, до третьим и первым ля. Хорошо, и давайте посчитаем. У нас трехдольный размер, нет никаких знаков, 3/4. Мы будем считать до 3. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Заметьте, что здесь идет лига. Значит, мы играем как бы слитно все нотки. То есть как бы нотки все плавно перетекают друг в дружку. Еще раз, смотрите. До, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. А в левой руке у нас все четверти, скрипичный ключ и нота до сначала идет. Затем две ноты одновременно играются. Это ми и соль первым, вторым пальцем. И они играют два раза. Затем идет нотка соль. И опять вот эти две ноты ми и соль два раза первым, вторым пальцем. Снова до, то есть повторяется ми соль два раза и соль. Получается, интервал у нас повторяется на протяжении всего кусочка, только меняется первая нота до и нота соль. Давайте еще потренируем левую руку. Раз. Все нотки ровные по длительности. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Хорошо. И давайте будем потихонечку соединять. Здесь в правой руке нота до, а здесь в левой тоже нотка до, четвертым пальцем и третьим пальцем. Нажимая вместе. Так, теперь ноту до в правой руке мы держим, а в левой руке до снимаем и находим интервал две ноты. И их нажимаем два раза. Два, три. Так, теперь нотку си. Не снимая нотку до, мы соединяем как бы, да, си, а здесь нота соль идет пятым. Снимаем левую и нажимаем интервал. А си держится в правой. Так, сняли. Снова нотка до в левой четвертым пальцем, а здесь мы переходим плавно ноту до. Так. Так. И здесь второй раз, когда мы играем интервал, у нас здесь идет вправо нотка ля. Вместе их играем. Так. Си
и соль в левой. То интервал вместе. Здесь нота ля и интервал вместе. Так, все, сыграли отлично. Сыграйте еще раз все медленно, чтобы вам понимать, что зачем идет. И потом уже наращивайте темп. Раз, вместе, левая, левая, вместе, левая, левая, вместе, левая, вместе, 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 вместе. Хорошо. И теперь сыграем мы со счетом. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Хорошо. И у вас должно получиться уже, когда вы доведете все до совершенства, когда вы будете уже более подвижно, когда будете играть, у вас получится трехдольный такой вальс танец. И в правой руке разбираем дальше. Следующий берем кусочек из четырех тактов. В правой руке нотка си вторым пальцем. Так, сразу через ноту четвертым пальцем нажимаем нотку ре. Рядышком нотка ми пятым пальцем и третьим до диез. И рядышком ре. Угу. Еще раз со счетом. Смотрите, первая нотка си — это половинка. Раз, два, ре, три. Раз, два, до диез. Три. Раз, вот эта нотка ре длится целый такт, и еще потом такт. То есть она длится раз, два, три и раз, два, три. Мы будем слушать левую руку. Хорошо. Сыграйте еще раз правую руку, получите, и мы смотрим на левую руку. Что же в ней? А в левой руке у нас ре первой октавы четвертым пальцем нотка ре. И здесь у нас такой интервал интересный, очень близкий. Это секунда. Фа и соль одновременно играются. Две нотки рядом. Первым и вторым пальцем. Четвертый на ре. Еще раз повторим. Четвертый на ре. И фа, соль два раза. Си затем. Пятым пальчиком си. И фа, соль еще раз. Тоже два раза. И повторяется заново левая рука. Это ре, фа, соль два раза. И си. И фа, соль два раза. Получается, что этот интервал фа, соль повторяется все четыре такта, а у нас меняется только ре и си. Как в первом тоже кусочке, да? Вот такая несложный аккомпанемент. Давайте будем соединять. Здесь нота си вторым, и здесь нота ре четвертым. Вместе берем. Правую руку мы держим, а на ее фоне берем секунду вот эту, фасоль. Угу. Затем снимаем фасоль. И когда мы берем здесь нотку 4, мы еще раз играем эту ноту, этот интервал фасоль. Так, здесь ми, а здесь си. Держим ми и до диез, и здесь секунда. Так, и ре, и здесь ре четвертым вместе, фа, соль, здесь ре держим и доигрываем левую. Два такта она играет, левая без правой. Вот, отлично. И еще раз эти четыре такта мы сыграем. Вместе, левая, вместе, вместе, левая, вместе,
Вместе. Левая доигрывает, правая держится. Хорошо, молодцы. И чуть поживее давайте попробуем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И давайте соединим два кусочка. Первый и второй. Сыграем все сначала. Раз, два, три. Раз. Отлично. И берем следующие 4 такта. Так. В правой руке сразу находим нотка соль. Вот она где. Она будет играться 4-м пальцем. Сразу берем ее на весь такт. Раз, два, три. Нотка соль. Дальше рядышком фа диез 3-м пальчиком. Тоже на весь такт. Раз, два, три. И рядышком нотка фа. Но теперь бекар, чистая нотка. Раз, два. И через ноту нотка ре. Три. И фа третьим уже. Раз, два, три. Третий, второй, первый. Угу. Еще раз повторим эти 4 такта. Нотка соль четвертым. Раз, два, три. Фа диез. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. И в левой руке у нас повторяется вся левая рука, как во втором кусочке. Ре, фа, соль и си, фа, соль. Все повторилось. Отлично. И мы будем сейчас соединять. Здесь нотка соль четвертым. И здесь нотка ре четвертым тоже пальцем. Вместе. Соль держим, а левую сняли и добавили фа соль. Отлично. Теперь фа диез, а здесь нотка си. Держим фа диез, а здесь сняли и добавили две ноты. Два интервала. Фа бекар, и здесь нотка ре четвертым. Так, а на последний интервал нотка ре в правой. Хорошо. И фа, и си. Так, здесь ми и интервал. Ре и интервал. И еще раз этот кусочек. Вместе. Левая. Левая. Вместе. Левая. Левая. Вместе, левая, вместе, 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 вместе. И со счетом. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.